Помой. Ты сказал мой, помой. Мастер-класс! Да. Так, это секретная формула. Рассказываю. Тесто специально сделано. Избавили тесто от яиц, сахара и молока. Кто хочет попробовать, тот обращайтесь к агентству. Недвижимости и неслышимости. Морковку-то в чем макаю? Макаю. Как думаешь? Варианты. Масло, масло и масло. Может быть масло? Да, и правильно его. Итак, у нас сгущенка. Кто мясо? Вот. Мастерский. Смайлик? Пробуем. Сгуха. Опа, подача. Оп. А руки помыли? Вот что это? Да. Ладно. Дальше делаем следующее. Нет, я кормлю, конечно. Это типа детский мастер-класс, да, который? Дегустация в пользу голодающему Поволжью. Я сейчас прибегу, голодающие организаторы считаются. Я, кстати, в Поволжье живу. В Поволжье. Считается? А в Полесье никто не живет? Нет. Итак, берется, замыкая круг. Сгорит. Видите, я раскатываю специально тоненько. Кстати, я во Франции видел не лично. Они не прожаривают одну сторону просто-напросто. Это во Франции называется как крепкое. Тяжелая. А это цельнозерновой получится? Цельнозерновая, она дает грубоватость. Ну, хотите грубоватость, пожалуйста, хочу. Зато вкусность. Да. То есть можно, да? Нужно. Ну, цельнозерновая, я вам советую работать с маслом холодного отжима, потому что оно... Причем масло холодного отжима подсолнечное, остальные будут салатные. Вот тогда будет вкусно. Так, ну что, налетаем? Еще одну сделаю, один блин. На этом закончится. Сделаем сгущенку и варенье. Пойдем, попробуем? Мы пойдем. Вы сгущенку с вареньем не пробовали. Никогда не поймете вкус. Я думаю, вкуснее будет вообще без всего. Хорошо, нам больше достанется. Сальвина, вот. А вот это вот плоховато, да? Кто? Она, ну вот эта вот блинница, она. Че? Опа. Дальше я делаю следующее. Опа. Прямо здесь. То есть я заморачиваться. Зачем? А если испачкаете? Испачкаю, я думаю, что наши мастера не боятся такой фигни. Нет, сейчас подгорит. Вообще, я вам советую сыром делать. Режете сыр, кусочками соломки накладываете, он у вас плавится. А вот делал, да? Делал, как раз так. Да. Я знаю, как это научил. Мешает вас видеть. Ну ничего, я не гонюсь за Славой. Слава за мной гонится. Слава! Вот он, чего? Слава. Давай еще одну. Вы режете на этом? Нет? Пробовали? Нет. Не пробовали резать? А пока я голодный, я буду есть. Еще смотри. Давай, улетай. Подожди, я забыл лопаточку завтрашку. Я сделал толстый специально. Сейчас посмотрим, прогорит, не прогорит. Пока порежем. Нарежем. Так, я вам обещал сгущенка с этим. Будет лапка еще раз. Мы полника в прошлый раз блинчики летели к зрителям. Я вот весь фестиваль за тобой бегаю, чтобы блин не попробовать.